Свыше 1 миллиарда получит Краснодарский край на реализацию приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. Средства рассчитаны на 5 лет, и Анапа должна добиться максимально возможного финансирования. По мнению народных избранников, крайне важно получить обратную связь от населения, дать возможность каждому желающему участвовать в создании комфортной городской среды. На что можно потратить эти 2/3 средств в бюджете? Это ремонт дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора, освещение дворовых территорий, озеленение, оборудование автомобильных парковок, оборудование детских и спортивных площадок. 1/3 объема средств на территории общего пользования населения населенных пунктов. Это центральные улицы, площади, набережные, парки, скверы и другое. Для создания настоящего положительного общественного резонанса нужен эффективный механизм привлечения населения. И в этой части управлению ЖКХ поручено правильно выстроить работу. Конкретные сроки. В срок такой-то, 40 дней или 30 дней, делаем вот это. Поднимаем через 40 дней, слушаем, да, что-то они сделали, что-то надо подправить. Подправили опять, через 30 дней вот это, давайте вот так. Если, конечно, мы будем откладывать на 3-4 месяца, тут и без этого работы хватает. И дороги, и пляжи, и то, и мусор, и пятое, и десятое, все это надо делать. Без сомнения, это надо все делать. Ну давайте по графику, говорится, по дорожной карте. Выделить в разные категории город и сельские территории и провести обсуждение адресно. Еще одно предложение. Это позволит эффективно вложить средства. Вопросов и замечаний много. Обсуждение и доработка муниципальной программы продолжится.